Участие в совещании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Премьер-министр страны напомнил, что с 2018 года все проверки, в том числе и бизнеса, должны проводиться исходя из категории рисков. По словам Медведева, нет смысла проверять те объекты, где нет угрозы вреда жизни и здоровья людей. Деятельность контрольных ведомств будет оцениваться не по количеству проверок, величине выписанных штрафов и красивым бумажным отчетам, а по улучшению реальных показателей безопасности. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения. Также Дмитрий Медведев поручил регионам начать цифровизацию госконтроля. По мнению премьера, пора переходить от долгих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью датчиков, фото и видеофиксации. Отмечу, что в Краснодарском крае в числе приоритетных экологический и жилищный надзор, контроль за продажей алкоголя и деятельностью управляющих компаний многоквартирных домов. А для реализации поставленных задач еще в марте в регионе утвердили так называемую дорожную карту.